Уникальную, хорошо сохранившуюся древнеримскую мозаику обнаружили археологи под виноградником Северной Италии. Ярко окрашенный геометрический рисунок, частично раскопанный в окрестностях городка Неграр Вальполичелло близ Вероны, украшал пол виллы, которую впервые начали искать в 1922 году. И сами ученые и жители городка с энтузиазмом рассказывают о находке, которую относят примерно к 3-5 векам нашей эры. Это было удивительное чувство. Признаюсь, когда мы открыли ее, я был взволнован и чувствовал себя ребенком, попавшим в машину времени, представляя эпоху и людей, которые жили здесь, все истории, которые эта вилла скрывает и хранит. Планы по поводу этой римской виллы таковы. Открыть эту красоту для всех, кого интересуют такие памятники. Эта находка повышает ценность территории и может стать важной культурной достопримечательностью нашей страны. Мы верим, что культурный объект такой ценности заслуживает внимания и должен быть полностью изучен. Мы сделаем все, чтобы открыть это сокровище людям. Археологи пытаются выяснить точные размеры комплекса вилл в окрестностях Неграр-Вальполичеллы. По предварительным оценкам, они занимают площадь примерно 1000 квадратных метров.